Здравствуйте, дорогие зрители канала «Куплю интернет» и читатели сайта «Куплю интернет». В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим три посылочки, присланные нам с Гонконга, с Китая и из Англии. Куплено это все хозяйство было на интернет-магазине eBay. Там находятся мешки для сбора пыли, для пылесоса миль, возможно, Ethernet-адаптер для MacBook и еще какая-то накладка для клавиатуры. Итак, что же у нас находится в первой посылке? Давайте посмотрим. В первой посылке у нас находится два диска и два Ethernet-адаптера для MacBook Air либо MacBook Pro. Ну, хозяйство это нужно в основном для путешествий, собственно, чем мы и займемся чуть позже. Во второй посылке у нас находится, неизвестно, что там находится. В второй посылке у нас находится чудесная резиновая накладка на клавиатуру MacBook Air. Нужно это прежде всего для того, чтобы чудесный экран этого ноутбука не был поцарапан этой самой клавиатурой. А у него это периодически случается. И в третьей посылочке, самый большой английский, должны находиться мешки для пылесоса. По специальному запросу Дмитрия, который не захотелось покупать в России задорого. В этом чудесном пакетике находятся чудесные мешочки. Разница по деньгам примерно раза в три, сколько они стоят в России. Не знаю, чем Мили там хорош, но тем не менее. И тут 10 штук. Так что покупайте через интернет, экономите деньги и получайте удовольствие. Спасибо за внимание.